Здравствуйте. Турист снял невероятные кадры водоплавающего динозавра в глубочайшем озере Земли Байкал. Напомним, по сообщениям в СМИ, туристу во время отдыха на озере Байкал удалось сфотографировать появление водоплавающего динозавра, имеющего непосредственное сходство с лохнесским чудовищем. На фотографии видна голова неизвестного морского животного. По описанию, байкальский зверь полностью подходит под описание лохнесского чудовища. Возникает вопрос, откуда он там появился? Специалисты утверждают, что животное на фотографии может быть вымершим многие миллионы лет назад видом древних подводных млекопитающих. Это утверждение основывается на истории самого озера. Байкал – древнейшее и глубочайшее озеро на планете. Никто не знает, что может покоиться на его дне. Вполне вероятно, что эта древняя рептилия находилась в спячке, начиная с ледникового периода. А участившаяся в последнее время земная вулканическая активность разбудила ее. Тем не менее, сам факт появления в озере Байкал неизвестного большого животного ставит в тупик ученых. В частности палеонтологов. В том районе не было найдено скелетов подобных животных. Несомненно, тайну байкальского чудовища еще предстоит открыть. А что думаете вы? Пишите свои комментарии. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хочешь получать уведомления о новых видео? Жми на колокольчик.